как же жарко на улице! Хорошо, жара. Ай, хорошо. Денис, тебя ищет ФСБ. У тебя 5 секунд, чтобы спрятаться. Быстрее, 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 быстрее. Равиль, у тебя есть 5 секунд, чтобы исчезнуть. 5, 4, 3, 2. Дэн, у тебя 5 секунд, чтобы спрятаться. Куда пошел? В воду? Ты, блядь! Дэн, ты не успел! Равиль, у тебя 5 секунд, исчезни. 5, 4... 1! Ты не успел! У тебя 5 секунд, чтобы потеряться. 5, 4, 3, 2... Один. Помоги. Я первый. На, держи. Здрасте. Здравствуйте. Бен, замри. Равиль, замри. Да, блядь. Ты колонку убирай! Эй, иди на... Замри! Пойдем, я тебе кое-что покажу, пожалуйста. Дай полотенце, а! Равиль, замри! Да хорош! Ладно, ладно, все, отомри. Пойдем домой. Равиль, замри! Не издевайся. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum, making the cutest that I've ever seen. Bum 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 bum, given to lips. Дети, останови. Ну что, я сдал? Знак, видишь? Не сдал. Спасибо, что проводил. Да, не за что. Эй, я на первом свидании не целуюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу к вам устроиться на должность маркетолога. А у вас есть высшее образование? Нет. Сколько у вас баллов по русскому медвежонку за 2008 год? Я вообще не участвовал в этом конкурсе. Может, хотя бы в кенгуру участвовали? Нет, тоже не участвовал. То есть вам не говорили, что вот эти вот сертификаты вам понадобятся в будущем? Нет, нас вообще никогда не предупреждали. Все это очень печально. Боюсь, я не могу вас принять на эту должность. Постойте, но у меня есть огромный стаж и опыт в этом направлении. Мы на стаж не смотрим. Для нас самое главное – аттестаты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма. Ну хорошо, до свидания. Хотя постойте, а вы там случайно не мой родственник? Нет. И вас никакой мой знакомый не посылал? Тоже нет. Ну раз не по блату, не по связи, так давайте я вас возьму. На другую должность. Алло, мам, представляешь, меня взяли на работу.
Я же тебе говорила, не нужно учиться, и в будущем тебе оно понадобится. Блин, Wi-Fi тупит. Надо перезагрузить модем. Раз, два, три, 10. Колян горчит. Все равно горчит. Молодой человек, здравствуйте. А не подскажешь, как на Ленина пройти улицу? Спросите вон у того парня. Знаешь, я давно хотел тебе сказать, я больше люблю собак. Ура! Наконец-то я получил диплом! Ну что же я буду делать дальше? Свободная касса. Равиль, хватит играть, пойдем уже. Лен, давай садись вместе, поиграем, потом поедем. Ой, а что тут нажимать нужно? Ну вот это, короче, удар ногой, вот это рукой. Ну ладно, на ходу разберемся. Ура, я победила! Равиль, зачем ты поддавался? Ну ты же девушка.